Всем привет! Я хочу сделать обзор на мое имущество в GTA. Просто так по приколу. И у меня дом, вот мой первый гараж. Это вот эти вот тачечки такие нормальные мне. Ну тут Зинторн, это гелик, так по приколу стоит. Джакал, Адер, Хамелеон, Курума бронированная, это Фантом. И кабриолет 9F вроде, ну и электро, а это тоже машина в читах, ну она так называется. Сейчас мы поедем тогда во второй мой гараж, допустим. Электро, кстати, прикольная, я советую всем купить. Если мотоцикл электро, ну если у вас, конечно, достаточно денег, потому что, ну, если у вас есть лишние 700 тысяч, то лучше купить электро, а так, лучше купить какую-нибудь себе хорошую машину или поднакопить, вот так вот. По самолетам у меня тоже есть, у меня есть гидра, истребитель, кто знает. Золотой Люксор был в одном из моих видео, был Золотой Люксор. Вот. Ну и разные там, простой Люксор есть, и самолетик простой, Эмильджет, или как его там называют, вот. Ну и все, ну, Валькирия, и еще вот Пегасов у меня, Инсургенс пикап с пулеметом, это так, чтобы попаниться. Есть. Вот мой второй гараж. Вот тут такие тачечки стоят. А вот эти вот доминаторы и вот эти две тачки я их еще не апгрейдил. А вот эти я уже более как поапгрейдил. Вот тачка из нового обновления. Вот. Но мне тут особо больше нравится Туризмо. Туризм — это, да, классная тачка, тоже советую купить Туризма. Ладно, отправимся, я думаю, в аэропорт. Покажу, что у меня есть там. Мама. Ну, если вы спросите, откуда у меня столько денег, я не читер. Я просто слишком много проходил ограбления. Блять, пью. Просто читер дал. Ну, сейчас, я не знаю, кто играет в GTA Online, мне кажется, сейчас у всех вот такое, это, столько бабла. Если у вас нету, то вы мне можете написать ВКонтакте, в описании будет ссылка. Я могу договориться с каким-нибудь читером, если вы хотите. А если вы хотите играть честно, то я это приветствую, конечно. Я сам, знаете, я прошел все ограбления. Но потом, когда все-таки появились читеры, и почему-то Rockstar до сих пор не пофиксили. И это поэтому все-таки друг, ну, скамейка был на нашем видео про GTA, сказал, что есть такая тема. Ну, я не мог отказать, потому что много хотелось чего купить. Покажем гиду. Много хотелось чего купить, и отказать тоже себе не очень хотелось. О, Пегасос, блять, опять приносит. Ну, блядь, вот это тоже, кстати, один из багов, почему самолет не стоит. Да. Я только что его заказал, и сразу же его уже нет, тоже там тема такая. Вот. Да, только что я там был, его туда заказали. В новом обновлении выпустили там самолет золотой тоже. И, ну, я не знаю, вот смысл покупать, конечно, золотой Люксор. Его купили для видео. Ну там, ну там бухло. Ну ты, блядь, ну вы посмотрите на это, ну ёб твою мать. Сука. Пизда. Видео мне портят. Давайте. Гидру. Интересно, я успею оттуда доехать сейчас? Там просто люди тоже. А тут еще, кстати, мне могут помешать некоторые люди.
А не люблю, когда мне мешают. Надо было включить пассивный режим, но похуй. Мне кажется, что люди тут няшки. Так, вот. Моя ласточка. Сейчас на ней полетаем, просто покажу. Люксор, конечно, вы уже видели, золотой. А остальное больше показывать ее особо нечего. Вот, показывать нам особо нечего. Ну, все эти самолеты можно так получить. Ну, кроме межжилета. Я не знаю, как он, конечно, читается. Но, ну вот, так вот примерно выглядит гидра. Вот так она поднимается. Можно нажать на Е, и мы вот так вот полетим. Оружие очень хорошо для боя. Вот, самонаводящие ракеты там. Если хотите каких-нибудь игроков позлить, можно... Мне нравится ловить нубов, которые такие пришли. Вот, смотрите, вот, допустим, вот так вот мы сделаем, да? Бам! Внимание, вы становитесь психопатом. Мне дали 3 звезды. Вот. Так, вот, видели, да, как действуют ракеты? Классный вид в GTA, очень проделан, хорошо прорисован, и все. К этому вообще никак не придраться. Вот. Советую купить гидру. Тоже, если, конечно, есть деньги. Вот так. А, полетать можно, знаете, можно часто вот. Захожу просто попаниться, полетать. Посмотреть вот так вот. Красиво очень. Да. Это все классно, когда есть деньги. Сейчас мне на данный момент у меня 35 миллионов. Но все равно я не такой урод, ебаный, блядь, да, который просто сразу читает. Я проходил все эти ограбления, я знаю, как это потно, как вообще зарабатывать, это тоже, это очень потно. И эти ограбления все я тоже знаю, поэтому особо выпрыгиваем. Прикольно. Первого лица тоже хорошо, то прикольно, да? Вот так вот. Ну вот такой вот вид на город. Еще вид, где наша гидра падает куда-то в воду, что ли. Да, упала куда-то в воду или туда, в аэропорт. Ну и приземлимся. Вот так вот въебемся. Хорошо. Заебись. В воду, в воду, в воду! Ебать! Это эпично! Просто повезло нашему пацану. Воу. Нормально было, нормально. Ну ладно, еще что-то. Давайте соберем 30 лосев, чтобы был конкурс на один из моих дропчиков в КС, да, кто смотрел, видели, что у меня там бомжатский, я, блядь, ну, есть там что-нибудь такого, знаете. И один из этих я разыграю, если будет, ну, 30 лойсов вот на этом видео. Отдельное видео делать я не буду. Вот. Ну, спасибо, что смотрите, за просмотр спасибо. Ну, и вот так. Что у меня есть в GTA, я показал. Он меня пиздит вертолет. Я убегаю. Ну, спасибо за просмотр, за лайки. Всем удачи, всем пока. Скоро вы умрете. До свидания.